Всем привет! Сегодня будем рассматривать военно-исторический музей на окраине Берлина. Расскажу об его истории, как он создавался и что имеется на его территории. Коротко покажу часы открытия данного музея, до скольки он работает, по каким дням. Ну и самое интересное, что вход бесплатный. На входе мне вот выдали такой план. Здесь полностью расписано, что где стоит. Плюс еще дополнительно брошюрка на английском и немецком языках. В 1957 году некий собиратель различной немецкой атрибутики дошел в своих увлечениях до того, что начал собирать и военную технику, в том числе самолеты. Его увлечение не приносило прибыли, то есть как бы музей не был настолько популярен. Ему пришлось всю свою коллекцию продать государству, потому что государство решило создать музей. Вот таким образом здесь создался музей. Смотрите-ка, это у нас Антонов. Ничего себе. Мы находимся в военно-историческом музее Бундесвер. Это филиал военно-исторического музея, который находится в Дрездене. Если в Дрездене музей рассказывает о большей части по истории, и там имеется вооружение подобные тем, что использует пехота, то здесь мы можем наблюдать целую коллекцию самолетов натовских и советских. МиГ-15 ВИС по классификации НАТО «Фагот» использовался также в Корейской войне и превосходил натовские самолеты. Советские конструкторы на момент противостояния с натовскими самолетами могли производить лучшие образцы. Данный музей обладает более 200 летательными средствами. У входа прям первый стенд рассказывает нам о самолетах, которые ведут фотографическую съемку. Вот. Ну и, соответственно, если раньше аналоговая фотография использовалась, то сегодня это все, конечно же, уже в цифровом виде передается. И вот на нижней фотографии можно видеть, что используются дроны, с которых на дальние расстояния передаются данные. ТРФ-4Е Фантом. Под каждым самолетом имеется табличка с описанием характеристик каждого самолета. Данный самолет, который относился в ВВС Бундесвера, производился в 70-х годах. И вот он, соответственно, как мы понимаем, производил фотосъемку. Самолеты-разведчики, которые обнаруживали самолеты противника. Здесь у нас уже представлен так называемый РФ-84Ф, но это более старая модель по сравнению с Фантомом. Этот использовался в 60-х годах. Фиат G-91 Джина. Данный самолет-разведчик также использовался военными Бундесвера для обнаружения противника. Достаточно компактный самолет по сравнению с предыдущими версиями, которые мы видели. Верхний снимок показывает, как вот выглядели первые истребители. С них просто вручную скидывались бомбы. Это у нас как раз таки сухой Су-22М4. НАТО классификация ФИТРК. Это истребитель и разведчик. Он использовался в Восточной Германии. В ГДР производилось два типа таких самолетов. Теперь у нас самолет-истребитель сухой Су-20 по НАТО классификации ФИТР-С. Эти самолеты экспортировались в Сирию, Египет, Польшу, а также в Ирак. Данная модель представлена здесь, она как раз таки использовалась египетскими ВВС. Истребитель МиГ-23БН по классификации НАТО Флогер Х или H использовался в Восточной Германии. Вероятно, после того, как Восточная Германия воссоединилась с Западной, он достался немцам. И поэтому на нем стоит бундесверовский знак. Это у нас Хокер Сидли Хантер F6A. Истребитель 54-80-х годов. Истребители могли переоборудоваться, и к ним могли подкрепляться атомные бомбы. Подошли к истребителям, которые ведут бой непосредственно в воздухе. Также у нас имеются старые фотографии примеров, как это все происходило. Вот. И, соответственно, до современных бундесверовских истребителей.
А мы подошли к французскому истребителю Мираж 3Е. Использовался с 1970-х годов. Мы добрались до первого истребителя ВВС Бундесвера, который был произведен заводом Fiat в Турине. Был оснащен радаром, который вообще в любую погоду, очень в плохих условиях мог работать и обнаруживать цели. Данный вид самолета, истребителя, прослужил недолгое время, всего лишь с 1957 по 1962 год. В 1962 году командование НАТО сказало, что данный истребитель устарел. Всего было выпущено 88 вот таких истребителей с названием Sabre F-86K. Всего 88 истребителей. И через 5 лет натовское командование признало устаревшими самолет-истребитель ВВС Бундесвера, который называется Sabre МК-6. Чехословацкий истребитель. Такой малыш, да? Просто коротыш. Производился совместно с Советским Союзом. И вот это МиГ-15. Соответственно, использовался с 59 по 66 год. Был предназначен для боя в воздухе. Да, интересно, интересно. Все такие очень разные. Сколько сил, сколько инженеров работало над всеми этими самолетами. И сколько на самом деле эти вооружения стоили денег государствам. Ну и по факту это просто гонка вооружений. И которая сегодня вот представлена на данном аэродроме, бывшем аэродроме ГАТов, который относился к английскому сектору. И здесь вот как раз таки базировались английские и американские самолеты. Следующий образец — французский истребитель для ведения воздушного боя Супер Мистерия B2. Использовался почти 20 лет. Заметьте, да, французские самолеты. Французы не так много инвестировали денег в производство самолетов. Сухой 22 или Фитер Г по классификации НАТО. Ну, это вообще мощная техника, да? Самолеты для обучения. Ну, поэтому у нас он такой здоровый, потому что не такой компактный, как истребители, для ведения особенно воздушного боя. Но, тем не менее, эти самолеты, видимо, подразумевали еще дополнительных вторых пилотов, которые как раз-таки сидели из-за этого, сидели сзади основного пилота, и из-за этого самолет в габаритах увеличивался. Сухой Су-22. Использовался в 84-90-х годах. Использовался для обучения, и поэтому у него была вторая кабина для основного пилота. Учитель, он имел перископ, так как не видел, что спереди. Поэтому у него стоял перископ, и он через этот перископ наблюдал, куда ученик летит. Это у нас МиГ-23. Самолет для обучения ВВС Бундесвера. Использовался 20 лет. Данная модель Ил-29 «Дельфин», соответственно, в 61 году была отобрана для армии Варшавского договора и использовалась для обучения пилотов. Удивительным образом мы здесь имеем только образцы советских истребителей, пару образцов французских истребителей и пару образцов немецких истребителей. Остальное все советского производства. Пока что не попалось ни одного американского самолета, все держится в тайне. Это первый британский бомбардировщик, который позже был передан немецкому Бундесверу и использовался и Антонов Ан-26 по классификации НАТО Кёрл. Использовался с 81 по 90-е года, потом с 90-х годов по 94-е года. Самое интересное, всегда меня поражало, что в Советском Союзе производили нереальные типы и виды самолетов для военных целей, но при этом пассажирских самолетов было, они были также там тушки. Сегодня почему-то вот пассажирские самолеты в основном это Боинги, которые используются в России, это Боинги или Эйрбусы. Машины с баллистическими ракетами «Земля-Земля», которые использовались Бундесвером с 64 по 83 год. Дальность данных ракет, если бы они были оснащены ядерными боеголовками, достигала 740 километров и по силе равнялась тому, что было в Хиросиме. Бомбардировщик F-104G цель
который использовался Бундесвером 63 по 67 год, проходил испытания совместно с американскими натовскими командующими. Вот. То есть сначала необходимо было тесты сделать в Штатах, потом уже они проходили в Германии эти тесты. Но, видимо, эта разработка этого самолета была слишком дорогой, и натовское командование отвергло данный тип самолета. Получается, да, для того, чтобы вот этот весь музей военно-исторический обхватить, осмотреть, ну, я думаю, часа три надо, как минимум. Да, я думаю, даже не три, а если так основательно подходить к каждому экспонату, читать, то, думаю, ну, часов пять надо.